Даже говорить про это неудобно. Такими словами глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о преследовании геев в республике. На встрече с Владимиром Путиным Кадыров заявил, что публикации в «Новой газете» о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов – непроверенные факты и провокация. Господа, ну так, хорошие люди в кавычках пишут то, что у нас в республике, ну, даже говорить про это неудобно, людей задерживают, там, убивают, даже назвали одного фамилии, Тепсуркаев Хасу, он главный, да, по идеологии, там, скажем, суфия, там, человек, сказали, его убили, а он находится дома. Отмечу, что Владимир Путин никак не прокомментировал скандал с преследованиями геев в Чеченской Республике и фактически похвалил Кадырова. Путин заявил, что вопросы в связи с ситуацией в республике есть, но они решаются хорошо.